Сегодня у нас 30 августа 2015 года. Собираемся, мы находимся в деревне Потеряевка. Собираемся ехать на Благовестие в Паново, в деревню Паново. Вот, допустим, зашел в ограду, с молитвой все делал, в окно постучало, может вперед туда пройти, за это не скрывать, оттуда посмотреть замок или палочка, нет, еще раз постучать, нет, идешь на следующий дом. Вовнутрь дома не заходить, нужды никакой нет, она лежит, бабка парализована, с ней закончено уже, ничего там не будет. Это понятно? Да. Никуда ни шагу, ни разговаривать. Скажите там-то, договоритесь, ну, за колсельсовет, лучше всего около Кубы. Кубу знаете, где у них там. Угу. Называется Дом культуры или как, Игорь? Ау. Вот опять тоже. Ну глянем, так одеты все. Вот без рукава, без рукавки, без головного убора. Ну нельзя это делать-то. Как шпана какая-то. Ты должен одеться, вот она, смотри по форме, она не сгорит. Вон она, посмотри, как одета-то. Картинка. Вы себе позволяете много, и поэтому ничего нет. Сепарирую. Во сне лежишь, на двор не идешь и сепарируешь на боку. Так нельзя. Хоть одну минуту, но опоздаю в церковь. Хоть одну минуту, но позже других. Приходите раньше. И там нигде не отставать. Договорились без 10, без 15, 3, чтобы были все на месте. Там. Как только там прощаетесь, сразу до свидания, вопросов нету, выходите, садитесь в машину, никому ничего не отвечать. У тебя скорость включена, ты должен немедленно срываться и уходить. Слышал? Уметь вовремя уйти, это очень важное качество. Довольно, недовольно, вы дали адреса, куда приехать, звонки, все они могут сделать. Не держаться. Одна минута решает иногда результат поездки. Еще раз повторим, заходите во двор, человек вышел. Так, мы из Потеряевки, это они знают тут где-то. Православные христиане, сегодня собираем ваших людей рассказать о Христе и дарим вам Евангелие. Даже не спрашивайте, есть нет Евангелия. Спрашивать не надо, она не может ответить. Я подумал дорогой, не надо спрашивать раб. И дарим вам Евангелие. Возьмете? Патриаршее издание. Все, дали, следующий двор. Кто придет, получит Новый Завет. Можете добавить. Еще про интернет спрашивать надо. Интернет, спросите. Ну, видно, бабка одна, какой там интернет. А молодежь, скажите, интернет есть, смотрите, смотрите. Будете смотреть православный сайт, тогда дать. Тогда дать. Угу. Мы ездили, у нас... За... А это в каждом давать. Для библиотек, которые. В библиотеке там книги. Приглашение в библиотеке везде раздавайте. А вот. Если скажут Евангелие, не будем брать. А? Если скажут Евангелие, не возьмем. Ну и все, до свидания. Коротко, до свидания не возьмем. Христа не приняли очень многие. Они гнали его в Капернауме, хотели свергнуть. Не приняли, все. До свидания. Дверям поскорее. Ни на один вопрос не отвечайте. Не надо. Ответы будут там. У нас там старшие, они ответят. Вы слушайте, что я говорю. Вот тогда поехали у нас. Кто поехала? Маша Барабаша. И, кажется, Лиза. Натолкнулись на Глушкову Галю. Она их сразу заблокировала. Они начинают стоять перед ней. Да хорошо, все снято, я увидел. Дальше она пришла туда на занятие. Пришла, где люди собрались. Ей не надо это. Она пришла только навредить. У нее цели другой нету. Она вероотступница. И она что спрашивает? А почему епископы не женатые? Ей мужа не хватает или жен? Ты пока разбираешься, она тебе второй хомут наденет. Ты дальше продолжай, а потом, когда она раз, два, три, ты не отвечаешь ей, ты поверишь, увидишь, какое поведение. Если она или кто-то будет ее поддерживать, а почему ей не отвечаете? Потому что этот человек жил среди нас, она все знает. Она пришла, чтобы испортить встречу. Так, задавайте следующие вопросы. Этим ничего не надо отвечать, которые были, которые такие вот, как Галя Глушкова. И она все это засняли, показали, ей не надо. Ну, зато узнала, почему епископ не женится, он не хочет жениться. Что дальше? Дальше-то какой вопрос-то? Тебе какое отношение имеет женат, не женат епископ? Ты вне церкви, ты к православию не относишься. Ей вообще это не надо. Она будет спрашивать, почему Путин развелся с Людмилой. Следующий вопрос такой. Она только не ответит, почему она по безумию оставила мужа, который не повинен перед ней. Не повинен. Там зацепиться-то было за что, но он не изменял жене. И все. А почему? У нее наставник, вероотступник и блудник. Прелюбодей, вернее сказать. И он ее на этих вопросах гонит и гонит. Понятно откуда? Витя, за Иоанну отвечаешь головой. Тебе понятно это, нет? Аминь. Я спрашиваю, понятно или нет? Аминь.
Так, подожди. Благословляю тебе вернуть мне сегодня мой... И в следующий раз без... Ивана, проследи за ним. Всегда был... Это документы. Молимся. Так, кто хочет помолиться? Молитесь. Отец Небесный, ты дивно велик, слава тебе. Мы просим твоего благословения, чтобы Дух Святой сопровождал братьев наших и сестер, и чтобы в пути у них были духовные песнопения и радость. Собери людей, чтобы возвестить о скором твоем пришествии. Благослови патриарха и правителей, продли мир, даруй его Израилю, России, Украине, и все, где идет война. И нас помилуй здесь. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Избавит Господь место сию от пожара, воров и нечистой силы. Аминь. По славу Божию. Так, Сережа, секунды глаз меня не отпускать. В целости, сохранности перейдешь и скажешь, Алеша, все в порядке. Не, ну если я буду на другой улице, то это же можно было. Чтобы она из глаз, из видения твоего никуда не дошла. Пойдем вместе на выставку. Вместе по другой. Вы идете по разным сторонам. А я вижу, не потеряешь. Вот она куда-то. Она вошла во двор, но во двор, чтобы тебе видно было. Вот условие какое. Чтобы никуда не скрывалось. Нет, если дверь, то двора, я что должен бежать? Я тебе не надо туда. Ты дверь только глянул, есть что. Выйди, тогда постучи даже не в дверь. Дверь-то не слышно, это в сене. Опять в окно подошел, жезл нету. Следующий дальше. Может, Евангелие это класть в почтовый ящик. Все. С Богом. Садимся. Машина на последний раз по грязи шла, видишь? Почти. Помыли. Это ведь тебе наказание. Приехал и машину не помыл. Как это могло быть? Тебе ведро купили по дороге. Машина не мыта. Это серьезное замечание. Теперь даже не загоняй ее, пока не попросишься. Это последний раз. Благословите! Давайте с Богом. Благословите. Заправлено, нет, здесь? Заправлено. Во всех отношениях. Евангелие. Бензин. И спиртком, 7 да? человек. Витя, да? Спиритком? Да. Как я давно за механика приехал. У нас 30 августа 2015 года. Вот мы находимся в деревне Паново. Загрузились четверо Евангелий красные. Вот они у нас целые пачки лежат тут. Сейчас Сергей загружается. Мия. И приглашение наше. Берем посохи, евангельский посох. Посох. Вот. На кепку. Теперь кто будет фотографировать. Вот он, брат Игорь, как у нас шпер. Так, а он расстегнут этот, застегнуть его, да? Ну да, пол уже застегнут такой. Вот мы с братом Никита сейчас пойдем вместе благовествовать. Все. Пошли. Следующая дохвалит Господа, гуси. Ой,
Добрый день. Мы православные христиане из села Потеряевка. Вот. Желайте Евангелие получить. Будьте шрифтом благословения патриарха. Хорошо. Извините, у вас интернет есть? Да. Интернет-сайт. Православный, то есть еврейский сайт. Хорошо, пойдем посмотрим. И еще минуту у нас приглашение в библиотеку. У нас 8 книг. Можете позвонить, узнать. А там мы несколько лет назад разносили тут. Привозили в библиотеку книги православные. И вот приглашение в вашу местную библиотеку. Сегодня по 3 часа подходите под клуб, услышите о Христе, о Библии, о спасении души. Вот разговор на посвящение Писания Православной Церкви. Спасибо. Спасибо. Пошли дальше. Следующий дом, подходи, только быстрым шагом. Вон в угол дома, постучи посохом. Ну все, брат, оставляй приглашение. Видимо, нету никого. Да. Немножко волнуется наш брат Никита. Первый раз он. Без хозяина, скорее всего. Заброшено. Большей частью уезжает молодежь в города большие. Деревни забрасываются. Скотину не хочет. Легче в магазине все купить. В окно надо было сразу постучать тебе. Не в эту, не в эту. Вот у дома всегда стучи. Ну что, обойди. Стучись в раму.
стекло не разбей. О, песик. Хороший песик. Послушай, о Христе, о Библии, о спасении души, шлёт уведомить. Спасибо. Святое Евангелие. Желаете получить? Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Я вообще не знаю, вообще ни одной не прочитал, ни Библии, ничего. Вот можете прочитать, дядь. Это надо успеть жизни хотя прочитать. Это бесплатно? Да, бесплатно. Но если бесплатно, то у меня нет денег. Возьмите. Интернет у вас есть? Нет. Возьмите. Я нищая крестьянка. Ясно. И в библиотеку тоже приглашение книги тоже на христианскую тему. Спасибо. 3-6 клубов. Да, спасибо. Сегодня 3 часа к клубу подойти. Будет беседа о Иисусе Христе, о Святой Библии, о спасении души для вечности. Приглашаю вас. Хорошо. Желаете Евангелие получить в подарок? Благословение патриарха Кирилла крупным шрифтом. У вас интернет есть? Интернет есть у вас? Ну, у детей в телефонах. Такого нет. Нет интернета у вас, да? Mm-hmm. Вот приглашение в библиотеку, тоже книги есть. Все, православные библейские. Все эти Библии, все вопросы жизни. О жизни, о смерти, о вечности, о работе, труде, женщинах, мужчинах. Вот, возьмите тоже. 3 часа к клубу, подходите. Хорошо. Христос. Вот мы находимся в деревне Панова. Вот брат Виктор идет с Яной. Савченко тоже с женой. На беседу вас приглашаем. Приходите на 3 часа около клуба. Да придем, придем. Боже помощью. Добрый день! Здравствуйте! Православные христиане из поселка Потеряевка, соседи ваши. Приглашаю вас на беседу на 3 часа дня около клуба вашего. Беседа о Боге, о спасении души, о вечности. Приходите по возможности. Это не свидетели Йога? Нет, мы христиане из Потеряевки. Слышали о Потеряевке? Потеряевка, да. Вот мы коренные жители Потеряевки. Дарим Святой Евангелие по благословению патриарха Кирилла. Смотрите. Вот. Святейший патриарх Московской всея Руси Кирилл. Спасибо. Во славу Божию. Приглашение в вашу библиотеку. Мы заводили книги несколько лет назад. Угу. У вас выход в интернет имеется? Есть. У нас свой сайт православный библейский, но он и здесь есть, этот сайт. Угу. Ну а здесь еще вы видите, вот он сайт, этот же самый. Форум, канал YouTube. Здесь очень много духовной информации. Угу. Как найти путь к Богу именно в православном понимании? Спасибо. Во славу Божию. Приходите по возможности. Хорошо. Господи, спасибо. Вот Господь. Спасибо. Там брат наш Никита идет следующей стороной. Нету никого, да? Собачка, ходим быстро.
дома нет никого. Там брат Никита, он впереди. Да, я уже показал его уже. А вон хозяин лежит возле машины. Разбудим его и духовно, и телесно. Загорает, видимо. Добрый день! Можно вас на минуту? Явление небольшое. А мы здесь не живем. Получили, даром давай. Ну ладно. Хозяйка, да, наверное. Зачем снимаете на видео? Мы не верим ничего. Давайте. Добрый день. Добрый день. Не снимай. И приглашение ваше в библиотеку. Ну ладно. Мы не верим этому. Не надо снимать. Давай. Хозяйка. Она не хозяйка это. Нет. Вот оно, вот, с правой стороны. Приглашаем вас на беседу. Да мне некогда. 3 часа состоится. Около дома культуры. Мы уведомляем, может быть, кто-то придет. Ну, может, кто придет. И дарим святое Евангелие. Это даром. Ага, читайте во славу Божию. Для спасения души вашей бессмертной. Приглашение ваше в библиотеку. Мы проводили книги несколько лет. А выход в интернет имеется? Да, для истории. Для истории. Беседа о Боге, о Библии, о Христе, о спасении души. Вопросы можно вам задавать. И дарим святое Евангелие. А вы, наверное, гости приехали. Да. Вы как хозяин святой Евангелия? Хозяйка, вот, вот, да? Вот. Ну, а какая разница? Хозяин, уже гостей давно. Ну и вам также. Не надо, хватит. А вы лучше другим дайте. Другим передаем. У нас есть еще. И вот приглашение ваше. Приходили книги несколько лет назад. В интернете нету. Читайте во славу. И главное, живите по этой книге, чтобы спасибо. Душа была спасена. Спасибо. Во славу Божию. Спасибо. Всего спасибо. Доброго. Всего храни Бога. Господь. Сят один дом, говорит. Исчезли. Уехали, исчезли. Ну и давай про Путина что-то там, а нам-то не надо это. Нам главное, чтобы путь к благовестию Путин проложил. Он нам не препятствует, поэтому нам это не нужно, мы пошли дальше. Я говорю, вы извините нас. Хозяин или хозяин дома? На беседу на 3 часа дня около Дома культуры здесь у вас. Беседа о Боге, о спасении души, о вечности. И дарим Святое Евангелие. Возьмите во славу Божию. Спасибо.
И приглашение ваше в библиотеку, мы завозили книги несколько лет назад, познакомьтесь. А выхода в интернет не имеете? Нет. Во славу Божию. Всего доброго. Храни Господь вас. Ай, хоть. Не, он ничего. Да я вижу, что добренький такой. Ты познакомишься с нами, хочешь? Да? Сейчас, подожди. Газелька крупная, сам Игорь крупный, он как раз вписывается. Сколько говорите? 3 часа? Да, 3 часа. Игорь, у тебя визиток нету? Я визиток. Вот такой вопрос, смотрите, вот допустим мы в доме живем недавно, да? Нет, вопрос не так. Крестик нашел. У вас что, человек такие есть кошки и мотор? Не, просто в этом доме кто-то раньше жил, но недавно жил. И остался. Это ничего, это ничего страшного. Нет. Да? В вашей библиотеке наши книги есть еще православные. У вас почетный житель деревни. А вообще какую вы веру? Православная, да. Христианская, православная. Они одинаковые, да, веры или нет? Придете, разные церкви, да? Придете, мы вам все расскажем. Есть православные, есть католики, есть протестанты, есть баптисты. Я знаю, что мне привозят книги. Не одинаково. Да? Правильно славят Бога. А то, что вне православия, это ну, под сомнение. Очень много ересей и толков других. Поэтому слава Богу. Лучше разобраться. С Богом. Добрый день! Из православного поселка.
часа возле вашего клуба. И вот приглашение в местную библиотеку, там книги православного проповедника Игнатия Лапкина. Можете прийти. Всего доброго. До встречи.